Это нововведение, это только в прошлом году было сделано. Это огород Танина. И здесь овощи всякие, здесь такой потрясающий запах, цветущие всякие фиолетовые цветочки, мяты, вишни. И все это плавно переходит вот в начало экспозиции. Вот здесь кизил нескольких сортов. Это прототип памятник, который мы увидим около дома Танина на площади, не здесь. А вот здесь Мадонны, которых тоже делал Танина, вот это его тоже уголок, очень в разных стилях. Вот ваза, такая, горшок, в котором растут цветы из керамики. Усатый горшок. Да, усатый горшок. Вот, а здесь портрет самого Танина. Вот, сад забытых фруктов.